Здравствуйте. Сегодня мы посмотрим разложение многочленов на множители с использованием нескольких способов. Рассмотрим первый пример. 5х квадрат минус 45. Числа 5 и 45 делятся на 5. Давайте вынесем за скобку 5. Как это происходит? 5х квадрат мы делим на 5. Остается х квадрат. Далее ставим знак минус. И затем 45 тоже делим на 5. Мы вынесли 5. Получается 9. В скобке у нас уже с вами стоит разность квадратов. 9 это 3 в квадрате. Давайте перепишем более подробно. 5 умножить на скобку х квадрат минус 3 квадрат. Пятерку переписываем. А здесь мы получаем две скобки. Вот если мы закроем квадраты пальцами, то мы получим х минус 3. Значит, еще одна наша скобка будет х плюс 3. Рассмотрим еще один пример такого же плана. А х квадрат минус 4а. Что мы с вами делаем? А – это одинаковая буква, которая может быть вынесена за скобку. В скобке останется «была х квадрат», а вот сюда поставили вперед, осталось х квадрат, минус «было 4а», поделили на «а» или забрали «а», как кому удобно говорить, остается просто 4. Поскольку 4 это 2 в квадрате, мы перепишем а умножить на скобку х квадрат минус 2 квадрат. Далее закрыли пальцами квадраты. Что получилось? Х минус 2. Значит, а умножаем на скобку х минус 2 и такая же скобка х плюс 2. Третий пример. Давайте возьмем и коэффициент, и цифру. 3к квадрат, y квадрат, минус 3к квадрат. Итак, что мы можем вынести за скобку? Мы можем вынести 3к квадрат. Что останется в скобке? 3к квадрат вынесли, осталось y квадрат отнять. Поскольку 3к квадрат вынесли, это все равно, что 3к квадрат поделили на 3к квадрат. То есть осталось 1. 3к квадрат мы переписали. А 1 это то же самое, что 1 в квадрате. Поэтому первая скобка будет y минус 1, а вторая y плюс 1. Далее мы с вами рассмотрим, как использовать еще одну формулу. Номер 4. 5а квадрат плюс 10аб. И плюс 5b в квадрате равняется. Вынесем за скобку 5. Мы видим, что и 5, и 10, и 5 все делится на 5. Получим а квадрат плюс 10 поделить на 5 будет 2ab. И плюс 5 поделили на 5, это 1. 1 не пишем, b в квадрате. Ну, а это наша формула. Итак, 5 мы переписываем, открываем скобку
И в скобки сворачиваем. Первое число это А, затем плюс. И еще у нас имеется Б. А плюс Б в квадрате. То есть мы свернули в квадрат суммы.